Вы, пожалуй, слышали о Великой Китайской стене, но вряд ли вы слышали о Великом Китайском канале, у которого я сейчас стою, Древний канал Пекин-Ханчжоу. История Великого канала Пекин-Ханчжоу насчитывает более 2500 лет. Его общая протяженность составляет примерно 1800 килограммов. С момента создания Великого канала жители Уси жили на берегу реки, после чего основали там город. Река всегда помогла им выживать. Здесь, на берегах канала, была сформирована уникальная культура Цяна. Это единственный город в Китае, через территорию которого проходит древний Великий канал. Раньше по обоим берегам реки располагались и порты. Именно благодаря удобству транспортировки по каналу, промышленности и торговля Уси развивались и процветали с древних времен. Например, во время династии Цин здесь было более сотни керамических печей. Поэтому кирпичи и черепицу отсюда доставляли в различные районы страны. В наши дни канал больше не используют для перевозки грузов. Он стал историческим памятником, свидетельствующим о развитии города.